Так, Corolla Fielder 2001 года, пробег примерно 105 тысяч километров, двигатель 1ZZFE, запуск после длительной стоянки. Температура запуска примерно минус 12 градусов. От винта. Так, запуск прошел нормально. Шли прогревочные обороты. А теперь начинает потихоньку колбасить. Вот он. Подержали педальки. Оборота снова падают. Поддерживаю. То глохнет. Педальки подержал. Ну, колбасится. Двигатель упорно пытается глохнуть. Чтобы он не заглох, чуть-чуть добавляю газу, совсем чуть-чуть. Что это за эпидерсия? Поддержу. Чуть-чуть газану, до 2000 сам уже закидывает. Это он сам. Все. Проколбасило. Далее двигатель держит обороты самостоятельно. Идут нормальный прогрев. Далее можно уже не подгазовывать. Вот что это за загадка такая.